Добрый день, гости моей странички. Зовут меня Тамара Михайлова. Я опытный сетевик с большим стажем, партнер образовательной компании МБМ, коуч, нутрициолог. Сегодня я хочу с вами поговорить о здоровье. Почему, человек, ты болеешь? Потому что ты воду не пьешь. Я напомню вернуть как здоровье. И надеюсь, меня ты поймешь. Состоит твое тело из клеток, триллионов умнейших частиц. Отнесись к ним с любовью, как к деткам. Напои, накорми, защити. И всегда будь готов их капризы, их запросы скорее выполнять. Если хочешь пить, дай им воду. Ты не вправе ее подменять. Чаем, кофе, какао или морсом, ведь иначе усохнешь, как пень. Вспомни, в детстве ты был водохлебом, полон жизни, скакал целый день. А сейчас слаб и вял, потому что трудно шлаки компотом отмыть. Лишь вода на такое способна. Воду должен ты боготворить. Кислород только в ней растворится. Если клетки поить каждый день, не сгустится суставная жидкость и не будут колени хрустеть. Камни в почках и в желчном растают, лишь среду посильнее их разбавь. Спазм сосудов, гастрит, аллергии отступают, когда есть вода. Видишь просто, как все и как сложно. Для себя только твердо реши. Вот инфаркт, катаракта, подагра, вот вода. С кем тебе по пути? Подробно о качестве и количестве воды, как очистить, кормить и защитить свои клетки, вы можете узнать, пройдя по ссылке или получить от меня бесплатную консультацию по скайпу. Пока-пока, до встречи в эфире. С вами была Тамара Михайлова.